и главное молодежи за то, что они тут. Мало того, когда вот я освоился, они сказали: Иван Васильевич, а можно и мы, пожалуйста. Вот вы видите, что там молодежь, которая профессионально определилась, которая учится в высших учебных заведениях, в колледжах, которая учится в Кошице и так дальше, до, будем называть, Португалии и так дальше, по всей Европе, да? Вся молодежь вот откликнулись, пожалуйста, дети. Кто принес ему, организовались, а вчера за ночь повесили, все прекрасно. Поэтому вначале хочется всем сказать спасибо. Спасибо и тем, кто мне помог, да? Моей дочке, которая была молодежь, которая помогла вчера, племяннике и так дальше, то есть своей семье, которая мне за ночь помогла выставиться. Ну и, наверное, чтобы было понятно немножко, потому что я так посмотрел, а вдруг не понял, да? А тут просто разные этапы, начиная от того, как у меня родились дети, то есть из личной коллекции, да? Ну и да, вот последние работы специально сделаны вот к этому событию. Будет и полиграфия, да? Так, две, их много книг было в моей жизни. Поставил две. Диски там было много, поставил то, что поставил. Фильмы поставил те, которые были связаны с Закарпатьем, с туризмом и так дальше. Как-то так смотришь, оно вроде как много, а тут и места не так много, да? Ну, вот хорошее получилось место, когда можно встать и отобрать лучше. Поэтому спасибо. Теперь уже всем понятно, что это всего больше, да? Вот выставлено то, что, ну, как-то приятно, когда, не знаю, какие-то вещи, там, не будет 60, принесешь заказчик, да? Точно, я принесу и приносит. Вот любишь, когда люди какие-то обязательства имеют. Поэтому большое спасибо. Спасибо детям, которые сегодня приезжали с Львова. Все, кто меня знает, там с разных точек приехали. Спасибо Радуге, которая вот так активно пришла. То есть спасибо всем. Ну а что получилось? Ну, попытка такая образным языком сказать о истине духовной какой-то. Вот и все. Поэтому смотрите и смотрите, как это делается, и все больше. Особенно каких-то претензий, да и нет. Поэтому спасибо большое.